Всем привет. Ага. Не будем стесняться, да? Сразу на виллу. Так, боты живые. Ну, почти. А чё тут лежишь, дорогой друг? Дай хотя бы сумочку заберу. Тут поди три обоймы. У нас все еще даже гости здесь есть. Оу, оу, кого там убили? Кто-то яичко прищемил. Мне бы еще МП5-то достать. Что ты там вот шумишь все время? Да, тут чел ходит. Блять, бот по мне стреляет.
Ах ты же, зараза, убежал. А может, что-то ценное он вынес? Ну, по идее, выход только здесь, да? Ну и с той стороны там есть дверь. Но ему туда выходить надо. Он тут зашел, интересно, или не зашел? Исти говно. Куда ты скрысился? Свалил. Кто-то мне пишет. Я занят немножечко. Мало того, что его не пристрелил, на меня еще загрелся бот. О, вообще нормально. Как долго? А чё это, челик? У меня нет, да, таких патронов. Я уж не помню, какие сюда патроны-то идут. Жалко, жалко, что я его не пристрелил. Да он вообще тут ничего не полутал. Че он убегал отсюда? Ну какой-то. Да я еще нуп его не пристрелил. Окей. Ага. Это что такое, нарваш такой. У меня и брони еще нету даже. Еще без брони бегаю даже. Так.
это говно выкинуть. Да и пистолет тоже. А, не-не-не, не то сделал, не то. Не то, не то. Ну ладно, так вот сделаем. Как они лутаются вообще? Они ж ничего не лутают. Чё он прибежал? Кейс просто полутал и убежал. Хотя мне кажется, это до него еще кто-то сделал. Ага, вот так вот надо сделать, короче. Рыбку надо взять, рыбку надо взять, точно вам говорю. Рыбку надо взять. Ой. Рыбку можно съесть даже сейчас. В минус заведет меня по воде, ее брать не будем. Откуда? Фу. Я просто зажал. Я просто зажал. Но он не один. Он мне все переломал. Он мне все переломал. Я надеюсь, у тебя есть подшивы, чувак. Я думал, это ГГ на самом деле. Все. С этим говном я хрена убью. Я просто зажал кнопку. Я еще как-то выжил. У меня от поди ничего не осталось, да? Магазин просто. Отлично. Даже вот верите, его лутать сейчас настолько опасно. Давай, ползи! Меня бот может пристрелить. Кто-то бегает еще подо мной. Офигеть ты, чувак, одетый. Это бот ползает или челик? Или это твой напарник? Пошли со мной. Это бот. Этот бот может меня захерачить. Хорошо, что у тебя были подшивы, дружище. Сейчас на лаки просто залетело, что это, ну, нереально было бы. Главное, ушел песочком. Мне еще одну подшиву надо. Что ты зашьешь? Пузо или руку? Руку. Меня половина, да?
Вот что надо было сразу сделать. Так. А, что я делал? Вот так и надо сделать. Так, надо что-то выкидывать. Тенс. И карту надо с собой взять. Однозначно карту надо взять. Очистить почем? 35, 15. Фонарь. Так, хпшка есть. Фонарь девятку, в принципе. Это он все-таки стрелял. Засранец такой. Это его была пуля. Ну что ж, с таким пузом придется и идти тогда. А что у тебя там? 90 и 45, ну, мосинка. За мосинку отдельное спасибо. Я собираю набор мосинок сейчас на долину как раз таки. Меня бы тут не пристрелили, конечно, на открытом этом поле. Тихо, 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 тихо. Я мог бы их из мосинки бахнуть, но у меня шансов намного меньше, чем у них. Их двое, я один. Реально было очково. Бегут как два дебилушки. Давайте еще одну. На дальний срок сейчас побежим. Хорошо, что рефлекс не сработал выстрелить. Что-то тихо все, можно бежать-то? Снайпер бы меня уже забрал отсюда, если бы он видел меня. Бежим, run! Не знаю, кто эти двое были, но еще бы секунда, я бы на них нарвался бы. Еще бы секунда и все. Так. Ой, понятно, какая это самая. Давайте самой далекой этой пройдем.
Сделаем небольшой крюк. Предпочитаю пройти по лесу просто. Тут-то у нас полутали хоть все. А, нет, не полутали. Давайте полутаем. Можно тут пройти, но я что-то как-то очкую. Не, выкинуть ничего. Ну, что десятка паракорд нафиг не нужен. А это что, открыто считается или, да? Да. А где-то тут еще белый этот ящик должен быть. Или я путаю? Наверное, я путаю. И этот открытый. Блин, жалко, я тех двоих встретил уже под конец пляжа, а не в начале пляжа или не на середине. Вот еще бы реально какая-то доля секунды. Я бы встретил их на начале пляжа, я бы их раскатал бы со снайперки. Они бы просто никуда бы не ушли бы с этого пляжа. А сомневаюсь, что у челика там серые или фиолетовые патроны в мосинке. Пойди нормально о чем-нибудь. Время позволяет еще нам полутаться немножечко. Так, давайте же полутаемся. А че у него броня тоже говно же было, да? Я и броню с него не взял, что ли? У него... Что там за броня-то была? Прикинь, я с говном его расшатал. Что-то про броню так вообще часто забываю, если честно. Не знаю почему. Так, а у меня пожрать нечего, да? Ничего. Зубную пасту только если. Тут бывает, что-нибудь на столах валяется. Ничего нету. Тут уже, я смотрю, полутались. Эти двое, наверное, отсюда и бежали. Открыто. О, не все полутали. Тут бывает, что-то валяется. А, о. Ну давай используем. Закинься наркотой. Мне кажется, или я что-то слышу? Или это я сам себя слышу? Тут бывают люди сидят, крысятся. Да успокойся ты, я почти пришел уже. Твою налево напугался. В принципе, неплохо. Зачел бота. Не самое большое, но нормально. Бывало и побольше вытаскивал в разы. Отжимал у людей. Жалко, что первого не пристрелил. Ну как я бронь тоже просрал, вообще непонятно. Лайк, дизлайк, подписка, удачи.